Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, заберем, наверное, все наши плюшки. Хорошо. Так, зайдем быстренько в магазин, посмотрим, все ли я тут забрал. И, кстати, сегодня я буду открывать хэллоуинские ящики. У меня в данный момент, как видите, 634. И посмотрим, насколько мне, ребят, повезет. Многие писали, что практически все уже получили и скины, и нового героя. И я тоже хочу рискнуть и получить. Так, потратьте 20 топлива. Но это я не буду пока делать. В принципе, я могу, ребята, ага. Я еще 20 тыков получаю. Ну что же, давайте тогда мы с вами, наверное, и приступим, да, к этому делу. Так, заходим в магазин и начинаем. Поехали, ребят. Смотрим. Понятно, 211 монет. Дальше едем. Ай, таблетки. Слушай, мне кажется, что сегодня мне не повезет. Е! Ха-ха-ха, ребят, скин. Это у нас дровосек. Тяжеловес. Клоун-чоппер. Отлично, ребят, ну, неплохо. Я выберу, пожалуй, этот скин. Теперь будет, а то он, ну, вы сами знаете, да? Ходил в своей красной рубашечке. Да ладно! Ребята, воин турбо, эксклюзивный. Это круто, это вообще имба. Я даже не думал, что я получу сегодня это все. Слушайте, мне надо, знаете, что попробовать? Получить еще один скин. Последний, который у нас на этом празднике разыгрывается. Но мне кажется, что вот с ним-то как раз у нас будут и проблемы. На самом деле я хотел набить себе 1000 тыкв, а потом их вскрывать. Но, ребят, не хватило у меня терпения, если честно, не хватило. И вот я решил записать видосик по этому поводу. И я думаю, что это было не зря. Все-таки интуиция меня не подвела. Так, ну нам достаются всякие шоколадки и всякая прочая ерунда, ребят, которая мне, в принципе, не нужна. Ну вот кровь на... 3 звездочки, так скажем, она годная. Так, билетик. Тоже, в принципе, неплохо. И, кстати, я не очень много билетов на все это дело потратил. На вот эти все, ребята, тыквы. Так, да что ты будешь делать? Таблетки. Это все, конечно, я понимаю. Это все хорошо. Но дайте мне, пожалуйста, скин. Ну, я вас умоляю. Жалко, нельзя здесь, ребята, сделать сразу, например... Вот! Все! Снайпер. Бенни Чарлотта. Ну что же, я могу сказать вам одно. Я могу сказать вам со 100% уверенностью, что 1% хоть и писали, да, но все-таки шанс выпадания очень хорош. Но мне кажется, что это зависит от тыкв. Чем больше у тебя, тем больше шанс. Ну что ж, давайте дооткрываем тогда следующие все, да. Нам достается радио. Ой, сколько я тут буду еще? Где-то попыток 14 еще открываний. Но я думаю, что скины по повтору выпадать уже не будут. Так, 171 монета. Это, конечно, очень много. Ладно бы дали бы 1000 монет, я бы еще радовался. Но маловато. Кстати, я прокачал, ребята, нашего персонажа одного до 14 уровня. Как его там? Ганслайдер, по-моему, если не ошибаюсь. Так, ладно, добьем эти ящики. И, наконец-то, я освобожусь от прохождения этого ивента. На самом деле, суть заключалась в чем? Получить вот эти вот все скины, да? И, конечно же, главного персонажа Турбо. Я так понимаю, это, ребята, какая-то девчуля, да? В шлеме, в мотоциклетном. И у нее в руке бита. Хотя больше она похожа, знаете, на палку. Вот жонглеры, которые в свое время подбрасывают их. Вот почему-то мне она напоминает именно это. Ну что же, еще одна попыточка у нас с вами. 167 монет. А, все, все. Ну что же, давайте теперь посмотрим нашего персонажа Турбо. Так, где он? Его еще прокачивать нужно, не забывайте. Так, Турбо эксклюзивный, это все понятно. Каждый удар приближает ее к следующему хоумрану. Хоумран — это ускорение, что ли, или как? Ну ладно, это не важно, ребята. Давайте вот так вот сделаем. Погоди, что ты делаешь, роднуля ты моя? Господи, Рэй. Ну, совсем разучился уже прокачивать персонажа. Вот так это все делается. Елки-палки, сколько раз говорить надо. Слушай, я думаю, что многие ребята за меня порадуются, да? Что мы сегодня именно вот за одну серию получили все скины и главное вот этого персонажа. Я так лично очень-очень рад, очень доволен. Мне это, как говорится, на руку все. Да что ты опять-то... Ой, елки-палки. Ребят, простите за вот такое вот нубство. Спешу, как всегда, и не то делаю.
Так, прокачаем, насколько сможем. Да? Насколько у нас даже не сможем, а насколько денег хватит. Всего лишь 5-й уровень он получает. Так, сейчас будет 6-й. Я думаю, до уровня, наверное, 10-го мы сможем, успеем прокачать. Так, 7-й левел. Поехали далее. Прокачка, ребята, когда по фулочке, это самое то. Тем более, вы прекрасно знаете, да, что в свое время, когда были ивенты, вы посмотрите, сколько я набрал. А вот с консервом, нет, консервы мне не нужны. Кровь, 751 штука. Фляжек, 991 штука. И газировка, 767. То есть я могу апать абсолютно любого персонажа, даже не задумываясь о том, хватит мне, не хватит. Все у меня, ребят, хватит. Все абсолютно. Так, да, до 10 уровня мне не хватило совсем маленечко, ну да ладно. Я думаю, что нам достаточно этого, чтобы протестить этого героя и посмотреть, на что он способен. Кстати, здесь меня тоже сбросили, как ни странно. Прикиньте, за один только заход в игру меня сбросили опять на лигу. 6-ю причем. Ну что ж, давайте, наверное, быстренько это дело исправлять. В бой. Подожди-ка, давайте-ка мы сделаем так. Мы с вами уберем, наверное, инженера. Так, подожди-ка. Установите. Так, инженера я убрал. А подожди, а почему я не могу... Я не могу сейчас... А, нет, все. Все отлично. Так, а сколько турбо у нас? 25 требует. Ну, давай вот так вот посмотрим, ребят. 9-й уровень, конечно, это, ну, слабоват будет на самом деле. Ну, да ладно, нам главное просто посмотреть. И, естественно, включаем бой. Может быть, конечно, 6-ю лигу мы с вами пройдем. А может, не пройдем? А почему так быстро меня разобрали? Можно мне узнать? Я, короче, понял. Я тут все понял, меня разобрали. Да, ребят, но я хотел посмотреть на турбо. Мы можем, в принципе, посмотреть его не здесь, а знаете где? На боях против зомби. Потому что, ну, на лиге, на самом деле, это не лучший вариант. Видите, да, что происходит? Стоило только убрать мне двух героев. Так, скины новые пошли. Отлично. Да, ребята, ну здесь я не пройду. Естественно, я не перейду на следующую лигу. Сами понимаете это, да? И мне показалось, что турбо слишком долго делает свой замах. Может быть, конечно, показалось, но вроде бы так оно есть. Но вижу, в команду ее практически все берут. Да, очень-очень долго она замахивается. То есть она... Как бы замах делает, потом сколько-то секунд выжидает и после этого только бьет. И я даже не могу сказать, насколько она сильна. Да сдохни ты. Так, снайперша тоже что-то, ребята, здесь у нас сдает позиции, вы заметили? Так, сколько? Это 4 победы только у нас. Это слабо, на самом деле. Но с удара всех. Шарлотту я тоже не беру в боевке, если честно. Именно вот на лигу. Потому что, ну, от нее я, ребят, не вижу здесь никакого вообще толка. Так, 6 побед. Нужно сколько? 10, да? Или 9, чтобы перейти на следующую лигу. Тут вообще турбо нулевого уровня. Так, 7 побед. Нет, вряд ли я, конечно, успею. Ну, посмотрим, что уж тут. И, кстати, нужно будет мне что-то с моей командой делать. Как-то ее немножко переставить. Ну, турбо, это, понятное дело, здесь вообще ни о чем. Так, но, тем не менее, дает жарку. Так, 9 побед. Неужели мы перейдем с вами? По-моему, там 9 нужно, да? Или 10 для следующего перехода. Сейчас посмотрим, если у нас появится значок. А его, как мы видим, нету, значит... Значит, никуда я не перейду. А самое, знаешь, что обидное? Что я не смогу сейчас сразу же перейти. Но, тем не менее, я попробую здесь, ребята, разобраться. Ну-ка. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Готов. И последний там у нас герой. Да я понял, что победа. Мне нужно идеальное, чтобы все тут, как говорится, были отдуплены. Ну, давай, показывай. Так, этот игрок мгновенно перешел в следующую лигу. Кто там? Вильям Ксимо. А мне-то какая разница? Ну, перешел ты. А мне вот придется теперь ждать. И ждать определенного количества времени для того, чтобы я смог перейти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Все, ребят, сейчас я переделаю команду, но это не дело. Вы понимаете, да? Тут слишком много бронированных чувачков, с которыми мне просто не справиться. Ну что же, уберем тогда мы отсюда, наверное, турбо. Так, давай колоду мне. Уберем, вот этого поставим вот сюда. Даже вот сюда вот. Турбо я уберу и поставлю. Где мой Мариман? Я не вижу его. Вот он. Морской пехотинец, да? Так, и инженер. Вот так я, наверное, сделаю. Ну, а сейчас я думаю, что мы... Ух ты! Блэк Барон. Ну да, ребята, один перешел, другой зашел, да? Так у нас получается. Ну-ка, накажем или нет? Да ну, хорош, завязывайте, ребятушки. Хе-хе-хе. С ножичком стоит такой довольный. Так, ну здесь довольно неплохо все вышло, да? За счет гранатки от гренадиры. Там полкоманды взорвалось вражеской. Ну что же, а мы с вами последнего. Вот, Блэк... Черный Барон. Ну, он назвался так. Попробуем, ребят, наказать. Ага, ага. Изи. По-другому не назвать. Вот если бы у меня эта команда была бы сразу, мы бы, скорее всего, сразу перешли уже на седьмую лигу. Ну, а так придется нам ждать. И ждать сколько-то времени-то? 8 часов, по-моему, да? Осталось один... А, ну да, даже 2 дня, ребят, для того, чтобы перейти. Ну, и для этого нужно держать первую позицию. Я думаю, что это все довольно легко будет у нас. Продержимся. Ну что, перейдем с вами, пожалуй, на локацию. На какую-нибудь средненькую, да? Ну, давай вот здесь вот. И попробуем уже сыграть. Так, я не помню, какие здесь противники. Если честно. Так, подожди, а я... я команду-то не собрал себе. Вот наделал-то делов. Ну, поехали. Уничтожат, естественно, ребят, сразу же. Да. А если мы вот так сделаем? Ну-ка давай, роднуля моя, почикай их всех. А чё ты? Во, пошло дело. Как ты? А чё так? Подожди, ребят, ну что-то не то. Почему он так долго бьет? Она критует обычно. С удара их всех валит. А тут ничего подобного. Ладно, морские котики, ребят, сейчас все дело это сделают. Всех тут разбомбашат. Да-да-да, они крутые ребята. Тут не поспоришь. Что там? Вот тебе и крутые ребята. Просто их разорвало всех. Давай-ка перестрахуемся. Хотел, как говорится, посмотреть на турбо. Посмотрел. Тихо-тихо, роднули. Ты куда собрался-то? Лежать, бояться. Да, на 3 звезды. Но это понятно, ребят. Тут ничего такого сложного и не было. Так, а еще знаете, что я хочу сделать? Я хочу взять команду именно... именно со своих вот новых героев. Турбо, да, и скины, чтобы у меня были. Так, и для этого мы с вами переделаем команду. Выбираем, ставим вот сюда. Так, где у меня дровосек? Вот он. Прикольно, кстати, смотрится, да? В клоунском этом костюмчике. Мне нравится. Так, и берем турбо. Берем турбо и ставим, наверное, вот сюда. Но для этого нам придется, наверное, взять локацию чуть-чуть пониже. Давай вот эту вот возьмем. А уровень у нас будет, ну, предположим, вот этот вот. Невозможно. Посмотрим, ребят, насколько это невозможно. Ух, как раз для нас командочка, да? Собралась здесь из зомбарей. Так, ну что, ждем. Ждем, наверное, турбо, да? Так, поехали, давай посмотрим. Вот о чем я, ребят, вам говорил. Вы видите, у него очень долгий замах. Очень долгий замах. И вот это вот как бы напрягает, если честно. Хотелось бы, чтобы она быстрее действия свои делала. Шарлотта довольно прикольно так выглядит, да? Костюмчик зайчика. Все при ней, все как полагается. И теперь мне надо вызвать клоуна, посмотреть, как именно он будет выглядеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Что они сделали с моей турбо? Почему ее назвали турбо, если она такая медлительная, а, ребят? Кто мне скажет? Клоун, как ты долго откатываешься, а? Поехал в бой. Такой, знаете, клоун-маньяк, елки-палки. Идет. А этот под зарядом. Сейчас, наверное, клоун и быстренько бомбанет меня. Да? Естественно. Кто бы в этом сомневался? Ну-ка, турбо. Беги. Тихо, родные мои, куда собрались-то? Куда вы разогнались? Да ты посмотри, что делает.
Ну-ка, дай-ка я откатик использую. Подожди, ребята, это что такое? Почему я не могу его пробить? А ну-ка, Соня, покажи-ка, где раки зимуют. Не врубился я что-то. В чем проблема? Ага. То есть, когда он был в электрическом, как говорится, в таком, в защите в электрической, да, мы не могли ему нанести урона. По-моему, раньше такого не было. Ну, смотрите, что делает, ребята, у нас клоун. Он подходит просто к баррикаде. Слушай, ну силен, силен, братюня. Ну, не забывайте, что и уровень здесь баррикады слабенький. Но довольно прикольно смотрится. Мне нравится, зачетно все. Мне это нравится. Особенно я доволен, что получил все скины и, как говорится, турбо. Ну вот турбо, как герой, меня немножко расстраивает. Ну, не то, совсем не то. Надо было что-то другое придумать. Так, что еще можно сделать? Я даже не знаю, ребят. Вот, серьезно говорю, что еще можно вам показать? Скины показал. Герой турбо показал. Естественно, может быть, когда мы его прокачаем, будет что-то получше. Может, она будет быстрее бежать, быстрее атаковать. Хотя я почему-то в этом, честно говоря, сомневаюсь. Так, у нас с вами 550 монет. И смотрим, ребят, что у нас по прокачке. Так, здесь один уровень осталось, да? И у фермера, да, ребята, фермеру тоже два уровня еще нужно. Да, это долго, на самом деле. Хотя, если заняться фармом голды... Кстати, у нас здесь еще ящики есть. Давайте открывать. Что тут нам выпадет? Кстати, кто-то мне сказал, что у меня выпала хэллоуинская краска на автобус. Я вот, честно говоря, ее не видел. Надо посмотреть. Сейчас посмотрим, что там за красочка такая. Так, $1. Как много, елки-палки. Ну, хоть бы не смешили. Так, 3 легендарных сундука у меня, оказывается. О, горючки дали. Фляжки, отлично. Давай следующий. Так, 4 билета. Это неплохо, кстати. А самое главное, что горючки очень много дают. Хе-хей. Так, что здесь? 7 баксов. Солидно. Это уже что-то, ребята. Так, я думаю, что покупать я ничего не буду. Здесь, кстати, недавно ребята в магазинах продавали скины Диего. Это у нас был полицейский. Нет, это у нас не полицейский был, это был рейнджер. И еще 2 новых скина я видел. Ну, извините меня, по 50 или по сколько там, по 250 баксов за скин. Я считаю, что это дорого. 66 у меня бензина. И, кстати, самое удивительное, да, что сколько раз я не пытался пройти последнего босса вот здесь вот, у меня не получается. Ребята, я просто не могу пройти его. Он бомбит базу мне, уничтожает ее с 2 или 3 выстрелов. Это, видимо, усложнили игру в разы. Поэтому, я не знаю, многие ли из вас вообще его проходили в последнее время. Наверняка кто-то даже еще до сих пор пройти его не может. Так, что еще? Может быть, попробовать, ребята, как у нас фарм идет? Ничего не поменялось там? Мы с вами где? Где-то... Так, по-моему, вот здесь мы, да, с вами фармили? Нет, по-моему, не здесь. Или здесь? Так, ну, для этого нам нужно подобрать, опять же, нашу команду. Кто не знает или не помнит, ребята, для этого нам нужно взять с вами Аустина. Где он? Вот он. Выбираем его сюда. Так, морской пехотинец нам тоже здесь понадобится. Вот сюда его ставим. Также нам здесь нужен будет Кэп. Так, и вроде бы все, да? Раз, два, три. Да, ребята, в принципе, больше никого и не надо. Но можно взять еще вот эту штуку, да? Генератор. И посмотрим. Я вот не помню. Так, 56-я миссия, а у нас здесь 76-я, значит я... Подожди-ка, 56-я разве? Так, 50... Так, это 33-я, подожди секунду. А где же у нас тогда... Локация 4-я, да? Вот она, по-моему, да? 57-я. Да, по-моему, именно вот эта вот локация, где я, ребята, фармлю голду. Сейчас посмотрим, как только зомбари... Вот эти вот долгоиграющие пойду. Нет, я ошибся, это не тот уровень. Это не тот уровень. Ёлки-ты-палки. Хана.
морскому пехотинцу. Так, ну что, мне здесь поможет кто? Соня, наверное, я думаю, да? Что-то как-то долго копится энергия. В чем проблема? Эть, еще себе одного зомбаря на голову выпустил. Так, ладно, сейчас только вып... Можно Кэпа призвать пока? Давай, Кэп, бомби. Отлично. Теперь выпускаем Соньку. И, как говорится, пошло дело. Выпускаем... Опа, опа, тихо. Опять два ребята камикадзе. Надо же, Сонька выжила. Ах ты, елки-палки, мне же баррикаду неким бомбить. Ладно, сейчас это дело исправим. Слушай-ка, не тот уровень. Я немножко лопухнулся. Вот что значит долго не играть. Значит, все-таки 56-й, а не 57-й. Так, ладно, проверим. Я просто хочу, ребят, немножечко проверить, в плане фарм денег идет или нет. Или, может быть, что-нибудь порезали здесь. Так, вот этот у нас, да? Подожди, 53-й. 59-й. Слушай, ну не может быть вот этот уровень. Может быть, все-таки 59-й? Слушай-ка, я совсем забыл, где же... Где же у нас идет фарм, а? Хм. Ну, не здесь это точно, по-моему, да, ребят? Или здесь? Да нет, не та локация. Просто я не хочу пересматривать свои старые видосики. Там у меня все, ребят, показано, где, что и как. Может быть, здесь 50... Нет, это невозможно. 53-я миссия. Хорошо, давай глянем 53-ю миссию. Но, по-моему, опять же, это не то, ребят. Или как раз то. Начинается вот именно вот с таких... Да-да-да-да-да, это именно он, ребята. Это тот самый уровень. Так, ну что? Выпускаем для начала, ребят, наверное... Нет, подождем. Подождем маленько. Как только откатится Кэп, выпускаем его, а уже под него будем выпускать Марины. Ой, Марины Аустина, елки-палки, о чем я? Они все равно пока медленно идут. У нас есть время. Зачем я только бочонок использовал, я не пойму. И понеслась, как говорится, жаровня. Так. 30, как говорится, ярости нужно собрать. И мы с вами вызываем Аустина. Поехал. Давай смотреть. Так, что-то я пока... А, нет, все нормуль, все нормуль. Так, дай-ка я, ребята, Кэпа уберу отсюда. Он нам не нужен больше. Так, а вот генератор. А зачем мне генератор? Господи, зачем я его взял? Ладно, пускай стоит здесь. Для красоты. И вот таким, ребята, макаром мы с вами фармим денежку. Ну, я смотрю, что-то какой-то шанс выпадания очень маленький. Очень маленький. Да ну-ка, хорош. А как же теперь фармить? А? Эй! В чем проблема-то? Не выпадают деньги, ребят, смотрите. Очень-очень реденько. Да. Ну что я могу сказать? Таким образом, ребята, не позавидую тем, кто в данный момент начал только играть в игру. Раньше здесь деньги сыпались просто тысячами за бой. А сейчас очень редко. И это означает, что очень тяжело будет прокачивать вам ваших персонажей. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж вы сделали, разработчики, с игрой, а? Зачем вы так порезали это все это дело? Очень маленький шанс выпадания. Хотя, может быть, мне не везет так. Так, ну что, ребята, ждем тогда, когда пойдет волна, и будем выпускать уже морских пехотинцев. Чтобы нам пробить баррикаду до выхода волны. Поехали. Давай, родной мой, беги. Кэпа призовем. Так, усилили команду свою. И сейчас разнесем. Все. Ну что же, вот проверил и убедился, что действительно деньги очень-очень редко выпадают. И это, кстати, не очень хорошо на самом деле. То есть под донат все идет, что ли, да, я так понимаю? Игра заточилась именно под него.
полностью. Ну что, ребята, в принципе и все. Да, свою миссию я выполнил перед вами. Турбо получили, скины получили, и теперь можно идти и отдыхать. Мы обязательно с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока и удачи!